Сколько территория? 27 гектар. Вся занята? К сожалению, много пустой территории. 27 гектар. Половина или сколько пустой? Да. К сожалению, да. Не застроены? Не застроены. Часть мы выделили как отдельный объект. Там здание старой котельной с участком выставили на продажу. Есть у нас задумки еще сформировать лоты. Александр Геннадьевич, а чего до сих пор не решили эту проблему? Тут земли, Александр Ильич, с площадями, с зданиями. Ну, тем лучше. Некоторые не используются. Не все тут здания, они пригодны к тому, что... Ну, так сносите. Вы, Александр Николаевич, не видите это? Вижу. Ну и в чем проблема? Почему вы не принимаете решение? Первый вопрос. Территория пустующая под Минском. Здесь часть надо их сносить, этих помещений, а основные надо корпуса необходимо модернизировать, дооснащать и завершать модернизацию. Вот я от вас это слышу постоянно. Что необходимо? Что необходимо? 6 лет назад мной были поставлены задачи. А это элементарный вопрос губернатора и моих людей, которые здесь уполномочены. Помощники и другие, и правительство.